Певица Анна Семенович удивила поклонников своим внешним видом на новогоднем концерте в Москве. Звезда появилась на сцене в свободном платье и объемной розовой шубе. От фанатов не ускользнул тот факт, что Семенович серьезно прибавила в весе, и даже свободная одежда не помогла это скрыть. Комментаторы в соцсетях поспешили отметить, что фигура знаменитости в реальности и в Инстаграме разительно отличается. Кто-то из поклонников посоветовал певице сесть на диету, а некоторые и вовсе принялись поздравлять 39-летнюю звезду с беременностью. Однако коллеги Семенович предполагают, что Анна не ждет малыша, ведь на данный момент у нее даже нет любимого мужчины. Возможно, девушка просто набрала немного лишних килограммов после новогодних праздников, но с кем не бывает. Актриса Ольга Дроздова всегда была очень стройной, но к 54 годам вес знаменитости сильно изменился. За сравнительно небольшой срок она набрала около 40 килограммов. Ольга признается, что раньше ей не приходилось предпринимать никаких усилий, чтобы поддерживать свою фигуру в идеальной форме. Килограммы без труда уходили сами собой. Сейчас же актриса осознала, что ей пора менять свой образ жизни. Она следит за питанием, регулярно занимается гимнастикой и бегом. Актрису Яну Поплавскую, которую вся страна помнит по роли Красной Шапочки, сейчас сложно узнать. Она сильно располнела после рождения второго сына Никиты. Ее муж Сергей Гинзбург, с которым они прожили в браке около 25 лет, начал посмеиваться над лишним весом Яны и высказывать недовольство по поводу внешнего вида супруги в целом. Какое-то время Поплавская эту ситуацию терпела, ведь была зависима от мужа материально. Однако в 2011 году их брак все же распался. А в 2015 году актриса встретила новую любовь – радиоведущего Евгения Яковлева, который младше ее на 12 лет. Похоже, что пышные формы звезды Евгения совсем не смущают. Влюбленные живут душа в душу, и на такие нюансы, как лишний вес, внимания не обращают. Ставь лайк, если понравилось видео, и жми на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые ролики.